Так, Анапа, друзья, у нас сегодня 11.2020. Мы смотрим с вами, как у нас катаются шторм, виндсерферы, скайсерферы. Выглядит это очень круто. Смотрите, как он летит у вас с какой бешеной скоростью, правда, удерживая ветер. Это у нас вот с парашютом подлет устроил. Чуть-чуть завалился, но пошел дальше. Левится. Тут очень тонко, видите. Бах! Уронил. И сам упал. Эх ты! Не пошел, смотрим, следующий полетел. Просто какие-то морские соревнования даже устраивают. Выглядит это нереально классно. Вот, возврат обратно. Вот тут я понял, самый профессионал, что ли. Ну что он прям летит над морской водой, даже не скользит, а именно летит. Так, красота. Вау, перелетел. И все, и выкидывается. Мне кажется, он уже сам не хочет особо подлетать так высоко, потому что падение его не радует. Здесь смотрим виндсерфер, где это он у нас делся. Вот такое вот удовольствие люди получают на Черноморском побережье, просто катаясь по морю. Хотели бы так тоже прокатиться и ощутить все вот эти вот морские позывы, призывы. Видите, шторм — это не всегда плохо, шторм — это иногда даже в радость. Пускай, как говорится, он мешает подняться ветер и волна. Главное — не бросать это дело, друзья, но пытаться получить удовольствие до конца. Ах, как он кладет просто. Ух, как-то быстро перевернулся, и уже все, сейчас раскрутил доску и пошел в другую сторону. Просто сверхпрофессионально.